Вот вы меня несколько смутили, мы прямо перед началом эфира говорили вот по поводу того, как лучше к вам обращаться. Один из вариантов был вот Мария Андреевна, вы сказали. Ну, если хотите. Да, ну просто вот в энциклопедии написано, что вы Мария Николаевна. А мало что там написано, там вообще такое прочитаете, ужас. То есть это все не соответствует, вообще, да? Вообще нет, а этот человек, который там, он один раз дал интервью, я вообще его не знаю. Это что человек, я его дочь. Это кто? Да я не знаю. Я вот про, а второй про раз, Википедию. Не-не-не, вот это вообще, я не знаю, кто заводил меня в Википедию, вообще я Мария Андреевна. А, понятно. А второй раз, что я не дочь, там такого начитаешься, что вообще давай пока. Ну, вообще говоря, у очень многих известных людей вот всплывают самые разные друзья, родственники, так что это, в общем-то, нормально. Я рада, на самом деле, я с удовольствием, как читаю про себя всякие глупости, мне это очень интересно. Я прям вот и звоню всегда своей сестре, я говорю, ты читала? Сестре, класс! Сестре тезке. Зовут Мария Андреевна. Мария Андреевна. Ну, только она Миронова, я Галкина, да. А судиться не пробовали? А зачем? А чего такого-то? Ну, денег на жизнь. Нет, а по поводу чего судиться? Ну, если пишут неправду, если это правда, если это неправда, неприятно. Мне абсолютно все равно, потому что меня это не касается. А как говорил Коль Фоменко всегда, он говорил, пусть пишут, что хотят, лишь бы фамилию не перепутали. Есть такая присказка, вот, да. А судиться, ну, если это было бы оскорбление какое-нибудь, да, там, меня бы обозвали бы как-нибудь или что-то, тогда да. Ну, это просто глупость, что-то они перепутали. Ну, конечно. Да? Почему перепутали? Они просто что-то придумали или, да. Понятно. А по поводу отчества судиться, не знаю. Ну, там же написано Мария Андреевна. Ну, да. Мария Николаевна. Мария Где? Николаевна Чербинская. В Википедии Чербинская. Прям? Да, вот. Ну, вот, какая вот. Же я... Ну, вот, посмотрите. Вот, ну, смотрите. Вот вы смотрите. Смотрите, вот, значит, Голубкина Мария Андреевна. А вот здесь при рождении Мария Николаевна. Ну, это уже фигня. Да? Да. Ладно, хорошо, проехали. Вы там дальше просто прочитайте в «Экспресс-газете», я вам потом покажу, будет очень интересно. Не, зачем мы пиарим прямо в «Экспресс-газету»? Ну, конечно. Все, вы поняли, что в Википедии не совсем все точно. А как делается эта страничка в Википедии? Понятия не имею. Там масса, вот все, кто приходит, у всех есть какие-то претензии. У меня нет никаких претензий, потому что... Ну, не претензии, а все обращают внимание на некоторые неточности. Кто ее создает? Ну, там, видимо, есть какой-то редакторский корпус. Ну, ладно, там «Экспресс-газета», «Википедия». Ну, потому что я, на самом деле, обрадовалась, когда я увидела просто, что я есть в «Википедии». Ну, еще бы. Нет, ну, великая российская актриса, и не будет ее в «Википедии». Там кого только нету. Да. «Экспресс-газета» даже есть. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».